День неизвестно какой. У нас сегодня... После того, как мы закончили. Экран под ванну даже открывается. Но есть свои недочеты. Но сегодня... Надо доработать. Надо доработать. Сегодня будем начинать выкладывать... Да, ламинат. Уже высох, и сейчас начнем укладывать подложку для начала. Хотя бы, да. Мы решили делать переход, как это сейчас модно, как это по-нормальному, без всяких порожиков между... Дальше надо еще посмотреть, как оно будет. Между ванной и будущим коридором. Поэтому... Начнем сейчас ложить, посмотрим. Подложка самая тоненькая. Да, подложка 2 мм, самая тонюсенькая. Потому что ламинат сантиметровый. 10 мм. Ладно, пробуем. У нас начало положено. Ну и почти положено. Дальше, подальше... Дальше должно пойти быстрее. Главное дойти до любой из комнат. Да, а потом прикинемся, такая целиковая. Ну, правильно. Дальше будет собираться в комнате уже целая полоса. И все, отказывается. Не, это побыстрее немножко. Да, объем. Дай мне. Сейчас. Ладно, продолжаем. Ту полосу? Да. Ну и как? Ну, кажется, такой темный, а сразу же стены. Лично. Не, ну неплохо, мне нравится. Теперь надо как-то придумать вон туда. Сожрать, да? Туда. Да, чтобы уже... здесь скоса не было у нас. Сейчас ее как-то поднять надо, да? Та-та-та. Я думаю, как лучше. Ишь. Екатерина, ну? Мы, наверное, будем сейчас стелить. Ага, самое веселое будет, да? Ну, тут просто вот заход в комнату. Я думаю, что здесь мы, наверное, сразу суцельную доску положим одну в эту комнату. Вот прям. Раз. И оставим. Оставим одну. Пройдем эту комнату в коридоре, пройдем эту комнату. Потом, я не знаю, нет. Оставим здесь как есть. Здесь будет полуелочкой, то есть что-то ближе, что-то дальше. А потом будем собирать. Mm-hmm. Или сразу комнаты будем собирать. Мы сейчас вот эту положим. Надо комнату, зайти в комнату и дальше туда же ложить. И в комнате, ну в комнате мы суцельно не сможем положить так. Да, ну да. Не, ну мы поднимете, поднять-то ее поднимем, конечно. Нет, мы, наверное, доложим вот эту комнату до шва, доложим здесь, потом пойдем в ту комнату. А здесь как будем оставлять? Мы же не можем каждую доску с замком оставлять возле этого. Нет, будем ложить целиковую сразу. Ну, ладно. Я имею в виду, мы доложим, как только вот до сюда вот, следующая, допустим, доска. Надо здесь целиковая. Ага. Будем ложить ту комнату. Не дальше коридора, а ту комнату. Ну ладно, будем посмотреть. Хорошо. Не, ну вот до дверей вот заложим вот там. До края, до края. Ну, я просто. Ту комнату. Потом уже пойдем дальше. Ну а что, пофиг, не
косячит, да? Давай я подойду. Нет? Да я смогу сама. Давай. Ну, пробуй. Так. Надо я там пододвигать к стене. Там в стене, да, потому что не ровно получилось. Вот так. Застройщик оставил вентиляцию. Вентиляция просто суперская. Это из, по-моему, там из туалета с первого этажа, еще откуда-то. Но сам факт того, как здесь это сделано, оставляет желать лучшего. Поэтому придется, наверное, резать вот так, короче, а в будущем каркас собирать уже чуть-чуть шире, чем хотя бы планировалось. Ну и вообще здесь будет в конечном итоге просто шкаф встроенный. Наверное. Ну да. Ладно. Давай. Режем. Это только будет короткая. Режем. Конечно, короткая. Ладно, продолжаем. Ну, отрезаем. Мы почти положили уже вторую комнату. Ну, точнее, первая у нас была гардеробная. Вот мы начинали от ванны. Гардеробная уже положена. Докладываем спальню. На сегодня пока что все. Осталось только края. Ну, конечно, он немножко запылился уже, мы ходим. Но мне нравится. Мы почти финишируем с этой комнатой. Да, до конца доложили в ту сторону. Осталось чуть-чуть. Остался сам вот места не хорошие, не любимые.
сейчас придется этот аппендицит вырезать. Не знаю, сколько он там. Ну, сейчас померяем. Грубо говоря, три полоски ламината сейчас нужно распустить. А лезвие электролобзика, когда вдоль пивлешу, вообще просто и нету. Ну, ты вот сегодня пробуешь, завтра надо купить. Надо будет купить. Да, да. Вот. Короче, нам три кусочка ламината распилякать вдоль. И все готово. Я не знаю, коридор до комнат, может быть, тоже доложим или нет? Там пару кусков или не будем? Не знаю, там зверей зовут. На праздник. Ну ладно, давай, ладно, будем мерить и пойдем. Завтра доделаем. Кого? Коридор? Да. Коридор и комнату. Да много завтра будем делать. И столешницы еще остальное. Давай. Как будет, так будет. Мы закончили. Положили последний ряд. Неплохо даже получилось. Да. Все. Это доделали. А у нас еще будет день завтрашний. Да, доложить все оставшиеся. Да, за завтра нужно доделать коридор. Раз комната. Два комната. Ну и предлестничное пространство. А потом лестница, обои. Обои, кстати, это самое страшное, что можно представить. Особенно здесь. Ну ладно. Надо найти каких-то специалистов, чтобы там поклеили. Я даже на это согласна. Да. Потому что там, не знаю. Завтра... Нет у меня пропеллера, знаешь, такого, что. Завтра разделение труда. Вы ложите подложку здесь, в комнате, во второй комнате. Я доделываю мелочи производства в ванной. Так что на сегодня с нас хорош. Поедем отдыхать. Да, поедем отдыхать. Как-никак. Праздник, да, в городе. Все, всем пока-пока. Вторая комната, которую полностью положена уже подложка. Так, ладно, я сейчас... Будем доделать. Уже дошли до сюда. Ламинат укладывает проще, чем плитку. Намного. И быстрее. Так, ну все. Остался здесь ламинат. Пойдем в третью комнату. Подложку. Там Никитка работает. Идем в ванну, мы уже все остатки убираем. Остатки убираем. Это забираем, это забираем. Это мы тоже забираем. Красота? Вот у нас уже что-то получается. Мы уже ламинат постелили. Осталось 3/4 получается. 3 таких полосы. Ну, неплохо, мне нравится. Коридор мы уже тоже почти. 2 полосы осталось. И вот сюда пришли мы. Сюда мы пришли. Сейчас заложим здесь подложку. Что-то наш работник медленно работает только. Какой? А вот там сидит, который. Прямоугольник. Прямоугольник. Да, и мы здесь тогда сейчас закончим, потом уже пойдем в комнату последнюю. Да. Раз так, уже начали. Плитку вынес? А? Плитку. Да. А то мы из комнаты в комнату таскаем. Ну, бывает. Никит! Я бегу. Ник, карандаш оранжевый забирай. Пока мама здесь это достилает до конца. Давай синий, красный. Он внизу лежит. Пока мама здесь будет стереть подложку, мы пойдем в другую комнату и начнем стереть ламинатку. Двигайся. Мы сейчас. Кто-то сейчас принесет.
километров я слышу с маслокой этой лестницы. Ужас какой. Да. Стоять еще кучу готовили. Так, там зазор? Зазор. А у нас? Позор, да? Позор! Так. Так, это следующая коротенькая, потом вот эта длинная. А я следующую уже. Давай, молодец. Так, что из разряда? Вчера мы... Там ничего не сделал. Нет. Вчера мы после того, как сделали, посмеялись, что лучше найти фирму, которая нам бы поклеила... Обои? Обои. Зачем? Потому что это долго и нудно. Я там долго не буду, не буду. Вот. Как это дорого стоит? Короче... Поклейка обоев в среднем обходится $14-15 за квадратный метр. А куда это все? Мусор пакетом. Погонных метров по второму этажу у нас 60, не включая лестницу. Не 60. Как не 60? Ты же плинтусом мерила 60. Плинтусом было 68. 60. Минус 7, минус 5 дверей. И минус окна. Ну, даже меньше, чем 60. Ну хорошо, на 50 то есть будет квадратных метров. 50. Только на, умножаем каждую полосу на 3. Это же 3 метра в высоту. Это 150 метров квадратных. Угу. Ну, и теперь умножаем на 150 рублей. 255. Короче, 250. Умножить на 15 может. Я думаю, ну и получается, итого $255 обойдется поклейка обоев. Без лестницы. А 255? А с лестницей? Ну, может, только на лестницу закажу. 255, что 93, по-моему. А зачем 93? Это в рублях. Да. И получается... Да, это где-то. И получается... Короче, получается дорого. Раскладывать не так. Вон полоса лежит, Никита. Вот ее бери. Короче... Не надо очень. Наверное, легче сказать, что мы будем клеить обои сами. Летая на крыльях. Ну, что ты. Стремянка есть. Ты не достанешься. Со стремянки достанешься только здесь. Там, где лестница, ты со стремянки не достанешь. И папа не достанет. Папа что у нас? 4 метра высотой? Нет, ты неправильно сказал. Чего мелочиться? Столько коробок от ламината осталось. Зачем тратить деньги на плитку? Зачем тратить деньги на ламинат? Мы коробками заклеим. И склеим малярного скотча. Мама малярного скотча набрала. Нам надолго хватит. Поэтому мы все заложим. Обои. А? Обои. Ну обои ладно. Обои есть. Да, 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 чего мелочи? А мой, знаешь, что? Из коробки, из-под плитки. Да, о-о-о! Сайт, это как он? Самый бюджетный ремонт, какой только может быть. Да не бюджетный, у тебя здесь даже газет нет, я тебе скажу. Там у нас было много газет. Что ты делаешь? Я вот здесь поднимаю, впереди. А вот это маленькое тоже. Вот это?
Подождите. Это туда. Все. А у него Деда Мороза. Все, не призвали Деда Мороза. Вот за ним, да. За тобой побольше. А уже вот тут не надо, это тебе маленький. Вот, пошли, давай. Вот это. Петя. Вот здесь не учи. Петя. Не ложи так, чтобы замок под замком. Я так не ложу. Ой, надо. Ой. Да, и наверх. Во. Все правильно. Давай. Вот так. Так, что у нас там? Вот этот. Этот? Да. Сборка. Следующий сосок какой, коротенький или длинный, полноценный будем ставить? Нет, отсюда его кусок, а потом длинный. Потому что мы вот тут вот не брали. Ламинат нам одну пачку повредили и привезли через час, ну, на замену. О, есть нижний ламинат? Да, совсем не отличается. По толщине прямо. Ну, как вот его ровно собрать? Он будет переходом, наверное. Ну, если только вдоль стенки. Там, где совсем полоска получится. Точно такая же 7 сантиметров. Нам не хватит. 7 сантиметров. А, ну тут 3 целиковых. Да, 3 целиковых доски да, осталось. Да, и останется, ну, да. Вдоль стенки. С ума сойти, да. Ну, разница в миллиметр переход. Да тут не 1 миллиметр, тут 2 миллиметра. Ладно, режем. Давай. Продолжаем. Я вот это комната, да? Да. Как-то так, не очень что-то они... Последний, почти, предпоследний. Сейчас, подожди, мне нужен тот этот. Okay. Есть. Вот так, давай, замок. Замок, замок. Есть. У тебя не есть. Mm-hmm. У тебя щель большая, зазорная? Или нет? Нормально. У меня чуть-чуть побольше, но нормально. Можно кому чуть-чуть? Да нет, она бы вышла у меня. Лежит, да? Все? Все. Все. Прекрасно. Давай с этой начинаем. Как только. В общем, посмотрела так. Я партию. Сейчас там привезли свежий ламинат. В нем 8 штук в упаковке. 8 досок. А ту, что довезли, в ней 7 досок. И она на 2 миллиметра толще. Как так вот можно? Непонятно. Непонятно. На втором этаже мы весь пол положили. Ламинат везде у нас готов. Успешно. Завершен, да. Даже прикладку к лестнице сделали. Да. Все, осталось только уголком обрамить сверху. А потом нужно придумать, что делать с лестницей. Хотя, может, ее тоже вот просто ламинатной сделать. Все. Делают? Ну, у нас целая упаковка ламината осталась. Да, очень смешно.
Нет, срезать с двух сторон это не вариант. Почему с двух? Ну, потому что замки со всех сторон. А, ну да. Только. Замком ты не оставишь, если бы замок был... Ну, замок-то легко убирается. Но все равно он остается, а уголки я стелить не хочу. Вот, так. Ну все, на сегодня все. Поедем отдыхать. Всем пока-пока.